Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы все еще разбираем курс под названием «Основы христианства», а именно «Крещение во Святой Дух», основополагающие истины, перечисленные в шестой главе послания евреям. Павел называет их начатком учения и говорит, что их нужно знать до того, как перейти к совершенству. Затем он перечисляет те самые учения, которые мы разбираем в этой серии программ. Первое Обращение от мертвых дел, второе — вере в Бога, третье — учение, четвертое — крещениях, пятое — возложение рук, шестое — о воскресении мертвых и седьмое — о суде вечном. Сегодня мы говорим о крещениях. Мы уже выяснили, что крещений три. Первое — это крещение во Христа, которое происходит во время спасения. Дух Святой крестит нас во Христа и в тело Христа. Мы рождаемся свыше, и Дух Божий входит в нас. Как говорит Писание, все мы пьем от одного Духа, а также мы соединены в теле с головой тела. В этом вся суть первого крещения, которое прошли все мы. В результате этого крещения мы получаем Дух Божий внутрь нас, также мы говорили о том, что есть два способа получения нами Духа. Первый — это когда Дух внутри нас, а второй — это когда Дух Божий на нас. Все рожденные свыше верующие имеют Дух Божий внутри себя. В послании к римлянам, 8 главе, 9 стихе, сказано, «Если мы не имеем Духа Божьего внутри, то мы не принадлежим Ему». Второе крещение ⁇ это крещение в воде. Оно велено всем христианам, чтобы публично засвидетельствовать и внешне показать наше крещение во Христа и все, что произошло с нами в результате спасения. Важно помнить, что крещение означает ничто иное, как погружение. Когда мы уходим под воду, это прообраз того, как наш ветхий человек, наша старая природа, умирает со Христом. Затем она похоронена под водой. А когда мы выходим из воды, это символ нашего воскресения вместе со Христом. Это перерождение нашего духа. Итак, водное крещение — это публичное заявление о нашей вере и о том, что сделал Бог. Креститель ⁇ это человек, представляющий церковь, а среда, в которую мы крестимся, ⁇ это вода. Вот мы и добрались до крещения в Дух, цель которого ⁇ наделить нас силой для служения. Когда мы становимся христианами, мы принимаем Иисуса и обещаем следовать за Ним. Это означает, что мы перенимаем Его миссию. А его миссия — это великое поручение — проповедовать Евангелие и создавать учеников. Нам нужна его сила для этого. Вот в чем смысл крещения в Дух. И вот зачем нам Дух Божий на нас. Да, мы имеем Духа внутри. Он для нашей связи с Богом и личного хождения с Богом личной святости и личного благословения. Но нам также нужен Дух Божий на нас, чтобы дать нам силу для исполнения Божьей работы в соответствии с нашими личными дарами и способностями. То, что мы получили спасение и имеем Дух Божий внутри нас, не означает, что мы имеем Дух Божий на нас. Крещение во Святой Дух — это отдельное переживание, которое происходит после спасения. У апостолов тоже был этот опыт, состоящий из двух этапов. В вечер воскресения он дунул на них и сказал, «Примите Святого Духа, примите Дух Святой». То есть в день воскресения они получили Дух Божий внутрь себя. Это стало возможным благодаря смерти и воскресению Иисуса. А спустя 50 дней на Пятидесятницу, они получили Духа Божьего на себя. То есть было два принятия Духа Святого — внутрь и сверху. Если мы приняли Христа, то мы крещены во Христа, и мы имеем Духа Божьего внутри. Но нам также нужен Дух Божий на нас, чтобы дать нам силу для исполнения Божьей миссии в нашей жизни а именно Его великого поручения. Слава Богу! Вот что такое крещение во Святой Дух. Итак, на прошлой неделе мы говорили о том, что мы неоднократно видим в Писании это двухэтапное принятие Духа. В Ветхом Завете есть обещание о том, что придет Мессия и принесет Новый Завет с благословением Духа для всех верующих. Это называется обещанием Отца. Слава Богу. Это обещание о благословении Святого Духа, которое будет передано нам двумя способами. Оба способа были новыми. Во-первых, Он дал Духа внутрь нас. Это было нечто новое. О чем говорил Иезекииль? Он писал: "Дух новый дам вам". Это новое рождение вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». В Ветхом Завете люди были духовно мертвы. Они имели закон Божий и не могли его соблюдать, потому что они не имели духа внутри. Это стало возможно только после смерти и воскресения Иисуса. А теперь мы получаем новое рождение и имеем Духа внутри. Это было предсказано и Иезекиилем в 36 главе. Но в Ветхом Завете есть слова не только о том, что мы получим Духа внутрь, но и все верующие будут иметь Духа Божьего еще и на себе. В Ветхом Завете некоторые пророки имели Духа Божьего на себе, но это было не на постоянной основе. Это было результатом помазания, которое получали лишь особенное. Но Иаиль пророчествует, что в Новом Завете все будет иначе, и будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. В те дни излию от Духа Моего, то есть Он говорит, что Дух Божий будет на всех верующих. А в этом вся суть двойственного обещания: Дух Божий внутри нас, и Дух Божий на нас это нечто новое по сравнению с Ветхим Заветом. Затем мы говорили о том, что Иоанн Креститель возвещал о приходе Мессии. И именно он первым стал использовать фразу ⁇ Крещение в Дух ⁇ Имеется в виду погружение в Дух. Его объяснение очень важно, чтобы понять, что же такое ⁇ Крещение в Дух ⁇ Он сравнивает это крещение с водным крещением. Евангелие от Марка 1 глава 8 стих. Я крестил вас в воде, а Он будет крестить вас в Духе Святом. То есть Он использует аналогию водного крещения, чтобы мы поняли, что такое крещение в Дух. Когда кто-то погружался или крестился в воде, вода покрывала и окутывала этого человека. То есть она была на человеке. Таким же образом Иисус будет крестить нас в Дух Святой. Мы погрузимся в Дух Святой, а значит, Дух Святой покроет нас и будет на нас. А вот что такое крещение в Святой Дух. Не стоит путаться его с крещением во Христа. Мы также видим это двухэтапное крещение в жизни Иисуса. Иисус был рожден от Духа. Он был зачат от Духа, и Дух Святой был внутри Него. И это дало Ему возможность жить идеальным еще до крещения в Дух. Потому что у крещения в Дух иная цель. Итак, Иисус ходил в Духе. Он прожил совершенную жизнь как человек с Духом Божиим внутри. Он был отделен для Бога. Но ему не нужно было помазание Святого Духа для самого себя. Ему нужно было помазание Духа или Дух на нем, чтобы получить силу для служения. И только после крещения в Дух, когда Дух Божий сошел на него, он начал служить и творить чудеса. Первым его чудом было превращение воды в вино. То есть до крещения в Дух он не творил никаких чудес. До этого у него не было сверхъестественной силы. На примере жизни Иисуса мы видим, что этот процесс у него тоже состоял из двух этапов. Вначале он имел Духа Божьего внутри от самого рождения, но в 30 лет он крестился в воде и получил Духа Божьего на себя. Это был совершенно другой опыт. Иисус является нашим примером для наследования. Поэтому мы можем смело сказать, что с Духом Божьим есть два переживания. Дух внутри и Дух на нас. Иисус, крестившись, молился. «Отверзлось неба, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глаз небес, глаголющий «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Таким образом, Бог уполномочил его на служение». «Ты сын мой, и ты можешь представлять меня». Иисус получил власть, а также силу для совершения этого служения. Именно в этом цель крещения в дух. Это подтверждают слова из Евангелия от Иоанна. Первая глава, 32 стих. «И Иоанн подтвердил свои слова. Я видел, как дух спускался на него с небес в образе голубя, и как он остался на нем. Когда вы креститесь в Дух, Дух Божий сходит на вас и остается на вас. Он никуда не уходит, но Он может быть спящим, если вы не ходите в Его силе. Но Он никуда не девается, Он остается на вас. Это стало доступно только в Новом Завете. Когда Дух Божий внутри вас пребывает постоянно, так и после крещения в Дух. Дух Божий постоянно пребывает на вас. Но вам нужно, чтобы Дух на вас был в активном состоянии. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. «Я бы не узнал его, если бы пославший меня крестить водой не сказал мне, на кого опустится и на ком останется Дух, то ты будет крестить людей Святым Духом». Иными словами, Бог сказал Иоанну, Тот, кого ты увидишь крестящимся во Святой Дух, будет и других крестить Святым Духом, то есть вначале он сам переживет это, а потом передаст это тем, кто последует за ним поверит в него и будет в нем. Поэтому водное крещение Иисуса можно считать крещением в Святой Дух. Затем Иисус сам описал свое крещение. Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости. То есть Он говорит, что Дух Божий на нем. И Он дает Иисусу силу для служения. Вот для чего нужно крещение в Дух. Крещение Иисуса лишний раз доказывает, что крещение в Святой Дух предназначено не для вашей личной святости, потому что Иисусу этого не было нужно, но оно приносит силу для служения и для исполнения работы Божьей на земле. Затем то же самое мы видим в жизни апостолов. В день своего воскресения Иисус передал Дух Святой своим ученикам. Они получили Дух внутрь. Именно тогда они были рождены свыше. Это прекрасный образ нашего нового рождения. Некоторые говорят, что это символический акт, но это совсем не так. Это была настоящая передача Духа, потому что в Библии сказано, Иисус опять сказал им, мир вам. Как отец послал меня, так и я посылаю вас. С этими словами он дунул на них и сказал, примите Святого Духа и велел им принять Духа Святого. Это его дыхание, его дух. Он передал его им, и они были рождены свыше, как это было при сотворении Адама. Бог вдохнул в Адама дух жизни, и Адам ожил. Как было и с новым творением, Иисус исполнил это буквально. Он дунул на них, он вдохнул в них дыхание жизни. Когда вы принимаете Иисуса, он вдыхает в вас свой дух, а вы получаете внутрь дух и оживаете внутри. То есть он дал им дух внутрь а с того момента он начал готовить их к получению духа на них. Это уже совсем другой опыт. И это произошло 50 дней спустя, в день Пятидесятницы. Задержка в 50 дней была связана с пророческим исполнением праздников. И прямо перед началом 40 дней Иисус сказал апостолам в Евангелии от Луки, 24 главе, 46 по 48 стих. Написано, что Христос должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых. Сказал Он им. Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Вы свидетели этому. Иными словами, я имею призвание для вашей жизни. Вы будете моими свидетелями. У меня есть для вас работа, но для выполнения этой работы вам нужна моя сила. Я же пошлю вам обещанное моим отцом, обещанного Святого Духа. Но пока вы не получите силу свыше, оставайтесь в городе. Они уже были рождены свыше, но им нужно было ждать и ничего не предпринимать, потому что им нужна была его сила. Поэтому он сказал, ждите, пока облечетесь в силу, или пока сила не сойдет на вас. И это случилось в день Пятидесятницы. Это было крещение в Дух. Затем Он дал им те же инструкции в конце сорока дней перед своим вознесением. После своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней и говорил о Божьем Царстве. Однажды обедая вместе с ними. Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать обещанного отцом. Это то, о чем вы слышали от меня, потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Он говорит о другом опыте под названием «крещение в Святой Дух». Они получили Духа внутрь сразу после воскресения Иисуса, а теперь их ждал другой опыт — крещение в Святой Дух, которое произошло в день Пятидесятницы. И как и во время крещения Иоанна. Они погружались в воду, они должны были погрузиться в Дух и Дух Божий должен был окутать их. В Ветхом Завете одеяние пророка, его плащ, был символом его помазания. Также Бог желает надеть на вас свой плащ, дать вам свою силу для исполнения его миссии. Именно этот плащ высвобождает ваши духовные дары. А затем он подтверждает, что говорит именно о Духе Святом для служения. Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли». Иными словами, эта сила Святого Духа предназначена для исцеления, для свидетельства и для действий в дарах Духа. Вы получаете все это, когда Дух Божий сходит на вас. Вы должны быть посвящены Божьей миссии, и тогда просите Его о получении Его силы. Сила Божия сойдет на вас и поможет вам быть Его свидетелем. Что бы вы ни делали и какими бы ни были ваши дары, главное, чтобы все это указывало на Иисуса и прославляло Его. А также нужно, чтобы вы исполняли миссию по приведению людей к Иисусу. Слава Богу! И мы видим, как это обещание исполнилось во второй главе Деяний апостолов. Наступил день пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. Видите? Дух Святой сравнили с огнем. На Иисуса Он сошел как голубь, но здесь Он сошел на учеников как огонь. Возможно, вы не видите огонь, но в духовной сфере это похоже на огонь. В этом случае огонь остановился на них. Это проявление Духа Божьего на учениках. Все они исполнились Святым Духом и начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. Теперь они получили Дух на себя. До этого Дух уже был внутри них. А теперь Дух поднимается изнутри, чтобы наполнить их. В Новом Завете Дух уже внутри нас. А когда мы в теле и душе повинуемся исполнению Божьей воли и Его миссии, это позволяет Духу Святому наполнить нашу душу и взять контроль над нашим телом. Как же Он контролирует наше тело? Через наш язык. Поэтому вы должны быть готовы подчинить свой язык. Тут сказано, начали говорить на разных языках. Эту способность давал им Дух. То есть, когда мы молимся на языках, мы подчиняем наш язык Богу, и мы произносим слова, которые дает нам Дух Святой. Таким образом, мы подчиняемся Святому Духу и позволяем Духу Святому сойти на нас. То есть, свидетельство крещения в Святой Дух — это иные языки. Это внешнее доказательство того, что Дух Святой наполнил их и теперь имеет контроль над их телом. Дух Святой наполнил их силой, и вскоре мы видим результаты этой силы. Многие люди начали обращаться к Господу. Обратите внимание, что они сами говорили на языках. Бог никогда не овладевал человеком полностью. Они говорили на языках, как Дух давал им провещевать. Дух дает вам слова, но вам нужно произносить их. Это сотрудничество с Духом Святым, когда вы подчиняете свое тело Святому Духу. Это позволяет силе Божией на вас быть активной. Как вы видите, крещение во Святой Дух имеет два дополнительных эффекта — внутренний и внешний. Внешний — это когда Дух сходит на нас свыше, он окутывает, облекает человека в себя. Это тот же Дух, который живет внутри нас. Но в этом разница между Ветхим Заветом. Тогда люди не имели Духа внутри. Дух иногда сходил на них, но это было временно. Сейчас Дух внутри нас на постоянной основе. А теперь Дух на нас — это тот же Дух, что и внутри нас. Поэтому, когда Дух сходит на нас, получается, что мы наполняемся им. Дух Божий внутри нас поднимает, наполняет нашу душу, контролирует нашу душу и сходит на нас, даже на нашу плоть. Поэтому, чтобы получить крещение в Дух, мы должны родиться свыше, а также подчинить Богу свою душу и тело ради исполнения Его миссии, подчиняясь, вы позволяете Духу внутри вас выйти наружу и помазать, покрыть вас. Дух Божий начинает бурлить внутри верующего. Просто представьте себе перевернутый стакан, который опустили воду. У вас получится двойной эффект. Вначале стакан был бы окружен водой, вода была бы на стакане, а затем вода наполнила бы стакан изнутри. Вот что такое крещение в Дух. Дух наполняет душу изнутри, а также покрывает нас снаружи, чтобы дать нам силу. А результат этого действия Иисус описал в Евангелии от Иоанна 7 главе. Он сказал, что из верующих потекут реки живой воды, то есть крещение в Святой Дух предназначено для других людей, чтобы мы могли приносить благословение другим людям, реки живой воды. Аллилуйя! В первой главе ученики получили крещение во Святой Дух, а одиннадцатая глава подтверждает это. В десятой главе произошло что-то вроде языческой пятидесятницы, а затем Петр объясняет произошедшее иудеям, которые были скептически настроены. Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, так же, как Он сошел в начале, то есть в день Пятидесятницы, и на нас. То есть с язычниками произошло то же, что и с евреями когда-то. Тогда я вспомнил слова Господа. «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом». Тут он объясняет нам, что язычники крестились во Святой Дух. Это то же самое, что ученики пережили в день Пятидесятницы. Дух Божий сошел на них и наполнил их. Тоже двухэтапное крещение, мы видим на примере Самарин из 8 главы «Деяния святых апостолов». Филипп пришел в главный город Самарии и возвещал там о Христе. Толпы народа внимательно слушали то, что он говорил, и видели знамения, которые он совершал. Когда апостолы в Иерусалиме услышали об этом, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и молились, чтобы новообращенные получили Святого Духа, потому что ни на кого из них Дух еще не сошел. Они только были крещены во имя Господа Иисуса. Затем Петр и Иоанн возложили на них руки, и они приняли Святого Духа. Они были спасены. То есть они имели Духа внутри. Но только после возложения рук апостолов, Дух Святой сошел на них. Это доказывает, что крещение в Дух ⁇ это переживание, отличное от спасения и происходящее после спасения. Очевидно что они еще не получили Духа Божьего. Не внутрь, а на себя. Они еще не имели доказательства крещения с говорением на иных языках. Но это произошло сразу после того, как апостолы возложили на них руки. Бог уполномочил Христа на служение. Он сказал, ⁇ Ты мой сын, и ты можешь представлять меня на этой земле. Если вы еще не были крещены в дух, то стремитесь получить это от Бога потому что вам нужна его сила, чтобы исполнить его миссию на земле. Мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Наши служения проходят каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл, Хэддингтон, Оксфорд.